27 марта на сцене Ульяновского театра кукол были объявлены имена победителей театрального фестиваля «Лицдей». Специальными гостями церемонии стали координатор творческих проектов Центрального дома актера в Москве Ирина Москаленко и заслуженный артист России Эвклид Кюрзидис. В Ульяновской области умеют искренне радоваться победам друг друга. Это как практически на «Оскаре», когда все так искренне радуются вручению не мне, а кому-то, хотя была абсолютно одинаковая борьба за этот «Оскар». И здесь такая искренняя радость и поддержка, когда кто-то получает, а не ты. Я поздравляю искренне. В уютном зале с цветными креслами и звездным потолком расположились артисты областных театров, эксперты и почетные гости фестиваля. Подарком участникам церемонии стали музыкальные композиции в исполнении государственного ансамбля медных духовых инструментов «Волга Брас». Имя победителя в номинации «Продвижение» было известно до начала конкурса. По итогам года лидером в продвижении театрального искусства на территории региона стал Димитровградский драматический театр имени Островского. Награду главному режиссеру театра Олегу Александрову вручила первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба. Всего 35 лауреатов из 7 театров региона получили призы фестиваля и традиционные статуэтки «Арлекино». С особенным волнением присутствующие ждали объявления лауреатов номинации «Лучший актер» и «Лучшая актриса». Имена победителей определяют коллективы театров тайным голосованием. Единогласным решением жюри лучшим спектаклем фестиваля назвали премьеру Ульяновского театра драмы «Капитанская дочка» постановки режиссера Олега Липовецкого. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.